Мне не понять усталость эту. Вопросы есть, но не на все определенный мир ответа осветит правду в темноте. Не все, что ищем, мы находим, нам часто много не понять, и, не поняв, порой отходим от света истинного вспять. А мир обманчивого чувства волнует ложным рубежом, на миг короткий, и потом, разочарованно и грустно, мы снова в поиски идем. Как долго мы себя терзаем, как долго и напрасно ждем, и Божий план не понимая, мы все равно идем, идем, стенаем, томимся и ищем. Душа устала просит пищи, вкушая боль бесплодных мук. Проходит время зря, и вдруг мы все внезапно понимаем. Нам станет ясен каждый миг, когда мучение заменяя приходит мир. Когда впритык с небесной святостью столкнемся, на миг замрем и улыбнемся. Да, это так. И как ни странно, живет и дышит неустанно в нас непонятная мечта о вечном счастье. Суета ее не властно уничтожить. Внутри души она живет, и из людей никто не может ее понять. Она тревожит и душу к вечности зовет. А мы порою так похожи в своем упрямстве на людей, подобным нам из древних дней. Мой друг, мы в жизни нашей пишем свою судьбу, и свой отчет мы отдадим, когда услышим слова святые «Се грядет». И звуки счастья, вопли стона тогда разданутся вокруг. Но будь внимателен, мой друг, давай мы вспомним про Иону. Я вижу ясно пред собой тот грозный шторм, и как с волной за жизнь свою, сражаясь трудно, плывет, изнемогая судно, не в соглашении с судьбой. И среди грохота и шума, как будто скрывшись в мраке трюма, спит, невзирая ни на что, беглец несчастный. Сон его здесь неуместен, он не знает, что это судно погибает, он спит, как часто спим и мы. Но среди этой мрачной тьмы, как будто отдаленным стоном, раздался крик «Проснись, Иона! Корабль гибнет, выходи! Еще чуть-чуть, совсем немного, и мы умрем! Возви же к Богу, чтоб не погибли от воды, молились все! Остался ты, судьбы загадка! Вот брошен жребий, в сердце кратко летит вопрос, бросая в дрожь. Кто ты? Откуда ты идешь? Кто ты? Глухая боль признания, кто я? В душе всего больнее признаться в корне всех страданий короткой фразой «Я еврей». И если это неизвестно, то я отвечу. Мой народ Израиль избранный, я тот, кто перед Богом вечным честно ходил всю жизнь за годом год. Что пользы в том? Теперь скрываюсь, от всех я от себя бегу, всего лишь только потому, что с Богом я не соглашаюсь. Но, капитан, куда я спрячу свою тоску? Да, да, я плачу, мне очень больно без него. И гордость сердца моего внутри меня сейчас терзает буквально все. Пойми, я тот, кто правду истину и зная, ту правду, что во мне пылая, усталое сознание жжет, пытаясь скрыться, убегая от Господа. Знай, буря вот сейчас не просто разразилась, и вспышки молний, гулкий гром, все это горе совершилось из-за меня над кораблем. Знай, что не будет преступлением, когда сейчас меня волнам вы отдадите, во мгновение утихнет буря. Пусть же вам не будет тягость это дело. Не тратьте время, будьте смелы. Бывает, исповедь порой не даст желанного покоя, и боль реальности волной нас принимая грех не смоет. Вкушая горечь сожаления, мы вспомним все, и обо всем напомнит память во мгновение. Но, к счастью, время не стоит, и с горьким воплем покаяния незамедлительно летит свобода в солнечном сиянии. Бог не без милости, и нам в том сомневаться нет причины, тем более, когда Он сам нас вырывает из пучины. И мы, растрогавшись, готовы идти на призыв, не боясь. Мы жаждем что-то делать снова, в лицо опасности смеясь. Да, мы готовы, но обратно ошибки, боль, не тот расчет, как мы надеялись, и вот нам снова станет неприятно.
себя почув огорченным. Спокойно небо, солнце, свет. Никто не гибнет, все спасенные, но мы. Спокойны ли мы? О нет! Нам тень растения дороже всего на свете в этот миг. И мы так стонем, больно, Боже, как больно! Стебелек поник. Иона, слушай, Бог ответит на необдуманный упрек. И то, что Он сейчас осветит, узри. И, взяв себе в урок, проникнись этим Божьим словом. Внимай Ему и будь готовым. Так говорит великий Бог. Когда впервые с горьким плачем над Авелем склонилась мать, постигнув горче, что значит иметь, но вместе с тем терять, не ты смотрел на преступление, и как впервые над землей раздался первый крик мучения Адама с Евы предо мной. Не ты смотрел, как одиноко им было после без меня. Не ты страдал себе жестоко на их беспомощность смотря. Я не создал их для страдания. Я не создал их для греха, когда вершиной мироздания поставил их двоих тогда. Не ты мучительно веками терпел падение людей. Не ты бегущими годами их звал к себе от злых путей. Не ты любил, не ты в терпении их доставал из бездны зла, но я. Лишь только я прощение им с радостью давал всегда. Не я, а грех их души губит. Я не хочу, чтоб было так. Я не хочу, чтоб гибли люди, идя во смерть, бездомный мрак. Пойми, что я отец, и значит, мне дорога судьба людей. Я их родил, и зло не спрячет мольбу и слезы их очей. Мольбу и слезы. Слово Бога в себе скрывает боль отца. Его забота и тревога порой настолько нам близка. Бывают личные заботы дороже сердцу и роднее, чем судьбы гибнущих людей, как было раньше в дни Ионы. Пусть слово вечного Писания не будет нам, друзья, вопрек. Дай Бог, чтоб высшее призвание не в тягость было нам, но впрок. Аминь.